Здорово, друзья, с вами Флок. Слушаем два трека от Бакра 1 и от Тамгиба Истана на Курултае. Трек «Очи» от Бакра. Вот это вот «Ты закрыла очи». Давайте. Я все никак не дождусь бедного поэта. Блин, наверное, не дождусь. Ладно, давайте, поехали. А разве трека не было, да? Ну, я его столько раз уже слушал. Ага, ну другой, да. Ну да, сколько этих отрывков было с ним. Ты скучаешь, вижу по глазам твоим. У меня есть банк, но только на двоих. Мы забьем пайп, унесет вайп. Только где-то в глубине меня сохранит. Топим и пишем в сторону крыши. Я четко слышу, как ты дышишь. Будто в Париже, но мы ведь бишь. Девочка тише, ты варишь, хипишь. А ты закрыла очи. Стала грустно. Я принес блокнот, эй. Ты влепила дочку, ты закрыла очи. Я принес блокнот, эй. Жаттым, сен таптым, жүрегіме қаттым. Сатылбаған жүрегімді арзан баға саттым. Жүрегімдің құпысын таптым. Жүрегімі түші жай уап, сен жаттым. Сен көздеріңді көздеріме тарттым. Күн батты, қайраттан атты. Я принес блокнот. Я принес блокнот. Зацепила сильно. Девочка, пиши на моей денджерина. Ты пахнешь бензином. Хуже героина, кусок никотина. Только пой ты сот кокаина. Повышаешь двойное давление. Прям как капучино. Словно плюс, а я будто минус. Заразная ты, ты коронавирус. Мы звучим вместе, как синус. Замутим латина, вала медини. Два дела грр, анда др. Таласты кыс, мага жауа др. Ортобузда катылып сыр. Хотя, блин, вот добавлять даже такую строчку про коронавирус, не знаю, тут это очень печальное событие для многих людей, его добавлять, ну, понятно, что это хорошая рифма, хотя, ну, простенькая, да, в принципе, но актуальная, да, но это может быть маленькое некрасиво, что ли, неэтично такой период жизни. Да хотя, ну что такого, да? Не высмеял уже, просто сравнил. Я грустно очи. Я принес блокнот, эй. Ты влепила дочку. Ты закрыла очи. Стало грустно очи. Я принес блокнот, эй. Красиво, очень красивая лирика. Мне кажется, не особо изменилась она после того, как он пел ее, опять же, на стримах, да. Ну, бит прикольный, бит красивенький такой, спокойненький. Вот. А так, в принципе, что-то больше сказать. Но это не сверх, это не сверх, как круто. Ну, просто прикольно, да. Это не Нелей, это не бедный поэт, имеется в виду. Вот прямо по этому взрыву. Ну, вот. Но это тоже очень круто. «Нотная слеза», да, очень крутой трек тоже был. Вот, вообще, я уже не раз говорил, чувак вообще красавчик, просто лирику пишет шикарнейшую. У него все треки практически лиричные. А сейчас еще и Сулукманапа продвигается, да, и с Сэмом Космом по концертам ездит и так далее. Очень круто. Вот, очень скоро будут в наших краях на Урале. Давайте слушать будем дальше. У нас Тамга Байстан. Перевод не нашел, к сожалению, имеется в виду на название Ананаин. А мне это уже нравится. Атмосфера. Вот болып гою. Сыр, сыр, қандай сон.
Джентльмен. А там не белый сидит случайно? Это ж белый сидит, да? Я ведь не ошибаюсь. Джентльмен бас. Все, перевод на корейский, окей. Хорошо, хорошо, добавлю этот трек, классно. Последний раз Курултая Примана добавлял. Очень красиво, очень красиво. Илигери, илигери, заманалар биригели, биригеттен гуют. Нечен ақын, ырчысы, батыры, сынчысы, менчеле, сайрады кен сүйін. Теги сүйіне деген геп менен, жөнікі рэп менен. Айтылып күтпөз бір дастан, о, айтылып күтпөз дастан. Бір паста, мен бір сөз азда. Сүйі деген музыка, сенасыз музыка. Тотто бой тузаққа, сүйі бұл чеги жоқ, бәппеткен сөзі жоқ, қыз. Понятно, что я нифига абсолютно не понимаю, но мне вот это вот звучание просто очень нравится. Как это звучит еще, вот эта атмосфера этого видео, это просто шикарно. Курултай, последнее время, они всегда снимают по-разному, знаете, они, ну, не так давно, да, где-то в течение, может быть, полугода, может быть, года, я могу ошибаться, начали уже делать не просто такой фон хромакейный, да, как бы, ну, монотонный имеется в виду, с подсветкой на него, вот, а именно прям такие локации очень атмосферные, живые, крутые. То где-то в Дендрарии, знаете, в каком-то, то, блин, вот локация библиотека, да, или что это такое. Да, ну, круто выглядит. Она вот сейчас ноту взяла, и хотелось, конечно, повыше, но ладно, здесь, в принципе, это, ну, не должно быть такого. Вот. Классно, слушайте. Это прям так и просится, знаете, на саундтрек к какому-нибудь фильму. Очень круто, прям, блин, своя атмосфера у этого трека. Жалко, что я, конечно, не понимаю, да, в чем суть, но очень добрый трек и звучание, и, в принципе, очень мелодично все. Круто, что, опять же, вот Тамга, Баистан, да, они очень спелись, очень, как бы, у них все хорошо получается, круто. Вот, это их хит, их, который набрал на Курултай до хрена просмотров, ой-бой-бой, да. Ну вот, и вот это очень красиво, очень красиво. Ладно, итог какой-то, бакр. Слеза, да, по-моему? Не-не-не-не-не-не, стойте. Очень крутая доработанная версия. Да, разумеется, это в официальном варианте слушать гораздо приятнее. Бит, и вот это вот все очень хорошо, плавненько и круто, собственно. А Тамга Баистан просто шикарно. Люблю вот такое, люблю, вот знаете, и добро, и рэпчик такой. Ну, блин, ну, очень круто, очень мелодично. И, блин, только вперед, как говорится, да. Вообще, в последнее время мы с Курултаем мало что смотрим. Но, собственно, как понравится, как зайдет, то и, в принципе, смотрим, слушаем. Ладно, друзья, если вам понравилось, то, как обычно, вот лайк поставьте, комментарий напишите, что вам понравилось из этого видео, что не понравилось, собственно. И, в принципе, на этом и хватит, да, как говорится. Ладно, друзья, с вами был Флок, всем спасибо, увидимся, давайте.